прикольная поликлиника. Да, 407. Ну, прекрасно. Ждем ее. Сейчас она уже. Раньше скажет, что нам. Она уже в этом участвовала, в отличие от меня. А у вас какого-то приема нету? Нет, у меня сегодня выходной. Это печаль, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это печалька. Хорошо. Съемки. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Присаживайтесь. Благодарю. Что-то как-то сильно занервничал. Может, что угодно говорить. Камера на меня впервые просто смотрит. Да ладно. Я тоже первый раз так же. Только меня Елена Валентиновна, наша бывшая начальник, не успела приехать. Мне говорит, все, ты спускаешься и говоришь интервью. Занять. Самое правильное. Скажи, что у меня утренний подскок АД. Я вообще ничего не вижу за этой металлической. 110. Нормально. Еще. А еще раз подержите так же. Держи. Еще держим? Да, держите, держите. Ну так замерли, мы же не фото снимаем. Видео, может еще не поделать. С этого рука не снял. Да, Саша у нас выдержит. Да. А, Максим, я твои ноги там вижу. Спалился. Это еще один пациент. Присутствовать одномоментно. А я папа. Пробивает? Че там за сердце? Есть. Какое спокойное, а? Удар. Сатурация 99? Угу. Прекрасно. Ой, как хорошо. Блин, пощелкай тут постоять. Оп. Не хочет. Все, кончился.
все хорошо? Да. Ой, как замечательно, я так рада. Рекомендации, да, мне? Не таращиться в телефон. Курить меньше. Курить меньше. Да. Порекомендовать. Фамилия, имя, отчество. Документ дайте какой-нибудь. Документ дай, пожалуйста. И что мне с ним делать? Заполнение документации, открывай имя, мой фейс. Ты же работаешь. Я не знаю, все я вхожу. Ну ты. Господи, откройте вордовский документ любой, напиши сюда все. Я тут все открыл, сейчас разберемся. Я есть в сети. О, а, вот я это. Знаю, я и говорю, что я не знаю, кому я зашел. Спасибо. Я принесла тебе. У меня жена чистку делает. А, понятно. Я да. Просто сделала, как взяла свой тональник, чтобы леска не было. Она их убрала очень хорошо. Мы замазали этим алоэ. Два дня и все. О, божечки. А этот монитор-то будет видно, нет? Пустое. А я привет сниму. А, тут пустое окно. Нет, монитор видно не будет. Тем более там очень часто бывают личные данные. У нас со мной уже 2 года. Аванс, да. Ага. А у нас ковидник, если ты хочешь снять. Ковидник? Какие тебе ковидник? Ты чего так поздно аванс дают? 25 числа всегда. Да. О, да. Мои любимые 5000. У нас 16-го. Плата. Целых 4000 дали. Круто. Да, я тебе богата. А вообще нормально. 63, 57, 62. Ну понял, 60. На самом деле мы тут сразу все будем. Первый вопрос у нас предельно простой. Пожалуйста, представьтесь, имя, фамилия, ну и ваше место работы и, собственно, должность. Орехов Олег Михайлович, терапевт участковый в РКБ. Угу. Правильно я понимаю, что у вас есть еще какая-то специализация или меня ввели в заблуждение? Вот относительно давления, вот этого всего, насколько я говорю, гипертензия. Относительно артериальной гипертензии это... Да, это что? И встал. Как мы это будем? Так, а... Это же чисто терапевтическая тема. Или кардиология. Как правило, участковый терапевт – это тот человек, который первым вступает в бой с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией. Далее, если возникают сложные моменты в ее лечении, либо какие-то... Не понял. Ну ладно, хорошо, все, я понял. Он ладно, понял. Что. Да, он давайте понял. Мы эту самую гипертензию оставим на потом. Да. Расскажите, собственно, как давно работаете в этой поликлинике и, собственно, что предшествовало приходу сюда? То есть, я как понимаю, вы закончили какое-то учебное заведение? Все верно. Я закончил Московский институт РДН. Работаю здесь 2 месяца. Ну все, я понял, дальше. Скажите, а живете где-то здесь или откуда-то приезжаете? Нет, дружина. Дружина. А как здесь, опять же, получили какую-то квартиру и есть ли какая-то помощь вот, в связи с тем, что вы переехали сюда? Нет, квартиру мы не получали. В виде помощи оказываемой это компенсация за съем жилой площади. Ну, я знаю, Министерство здравоохранения Московской области. Но я знаю, еще есть какие-то программы, там что-то земских докторов, все остальное. Вы в них как-то принимаете участие, нет? Да, конечно. Я являюсь врачом, как это сказать лучше? Ну, в общем, да, я земский доктор. Как это лучше сказать? Не, ну, правильно. Я принимаю участие в программе «Земский доктор». Тихо. Еще раз. Я принимаю участие в программе «Земский доктор», действительно. А в чем она заключается, если не секрет? Ну, так как работа связана... Так как работа в сельской местности, да, рабочий поселок, департамент здравоохранения Московской области предоставляет компенсационную сумму. На что? На личные нужды. Понял, а какого рода сумма большая и как она предоставляется? Это ежемесячное пособие, это разовое пособие, как это, или вы не вдавались в подробности? Это разовое пособие. Угу, понял. Хорошо. А вы где-то до этого работали или вот сразу после учебы сюда? Нет, я до этого работал в городе Люберцы. Угу, понял. А жили, соответственно, в Москве или где, или как? Откуда вы? Первое время жил в Москве. Сам с Тульской области. Первое время жил в Москве, пока учился. Работал в ковидном госпитале.
После этого я устроился терапевтом участковым в город Люберцы и, соответственно, переехал туда. Угу. Ну, уже я... затем переехал сюда. Ну вот, опять же, видите, уже есть какой-то небольшой, скажем так, клинический опыт. Как-то можете сравнить, допустим, вот эту поликлинику, это место с тем, что, ну, работали, допустим, до этого, по оснащению, по удобству, может быть, по, я не знаю, внешнему виду, по дизайну? Мне топить их? Говори, как есть. Говори, как есть, конечно. Там все плохо в Люберце просто. Да, действительно, есть очень глобальные сравнения, и здесь гораздо лучше построена организация работы медицинских учреждений, вплоть до оснащения, вплоть до основания отделения неотложной помощи. В люберецких поликлиниках, к сожалению, такого нет. У них очень большая недостаточность в оснащении как расходных материалов, так и автомобилей в том числе. Хотя население, закрепленное за поликлиникой, гораздо больше, чем видно. Угу, понял. А объем работ, насколько здесь, скажем так, большой, насколько комфортно здесь работать? Здесь очень комфортно работать. Объем работы, ну, скажем так, как бы это правильно сказать. Объем работы достаточный. Не бывает такого, чтобы мы сложа руки просто сидели, да? Вот. Так, я встал сейчас. Угу. Ладно, ничего страшного. Скажите, вот вы говорите, 2 месяца работали. Какой-то уже контакт с коллегами налажен? Как-то помогают? Может быть, каким-то советом добрым? Какой-то, может быть, даже дополнительной консультацией? Как происходит вот это вот взаимоотношение, общение с коллегами? Да, конечно, контакт налажен, коллеги помогают, естественно, есть же узкие специалисты, и терапевт – это же специалист более широкого профиля, да, мы, соответственно, можем где-то созвониться, скооперироваться с узкими специалистами заочно для того, чтобы помочь пациенту разобраться в его ситуации. Зачастую даже до приема узким специалистом этого пациента. Угу. Понял. Скажите, а вот, скажем так, вот лично вам, насколько удобно вот то, что вы и живете здесь, и работаете здесь? Обычно, как бы, многие люди, наоборот, считают, что чуть подальше от дома все-таки, чтобы было какое-то время в дороге подумать, там, поразмыслить, или это вот как раз для вас комфортней? Вышел из дома, образно говоря, зашел на работу и также обратно. Ну, конечно, комфортнее, как минимум, это сокращает время на дорогу, время – это наше все. А насчет подумать, для этого есть время дома. Если вдруг я понимаю, что как с какой-то ситуацией я сам не справляюсь, опять же, могу скооперироваться с коллегами, плюс открыть дополнительные источники информации уже дома и ознакомиться с данной ситуацией для принятия того или иного решения, если оно является сложным. Угу. И часто такие возникают ситуации? Уже нет, мы его так быстро в курс дела ввели, я его личный куратор. Понял. О, ну тогда как личный куратор тоже. Нет, не часто. Только мне главное, что как. Нет, такие ситуации. Нет, такие ситуации встречаются не часто. Понял. Ну, собственно, у меня все. А вы как, женаты, дети, есть что-то? Да, жена, 2 детей. Круто. Ну все, окей. Жаль, перебивка. Давай, сними. Не, да я уже... Мама, я выкраю. А? Мама, я выкраю. Я участвовал в таких конференциях в УЗИ. Ну, не особо публичная личность в этом отношении. Кстати, мы про эту гипертензию не спросили. Делаем портрет как бы человека, который вот у нас новый врач, welcome to hell, как говорится. Ну, сказали, что... Она, то есть, к чему? Я срочно... к маминому. 920. Месяц на обычный ручной. Да. Не забудь сказать, что для того, чтобы выставить диагноз артериальная гипертония, человек как минимум должен... Можно? Угу. Так, что там проходит? Неделя? Сейчас в рамках... Да, недели коррекции артериального давления. Ага. Да, прям так. Понял. Всероссийская неделя коррекции артериального давления. Круто. Ну, в связи с этим, вот, может быть, знаете, давайте мы не будем вот о каких-то вещах, которые, в общем... Я вот, ну не знаю, даже я человек далекий от этого всего, знаю, что там и дневник нужно вести. А какие бы вы советы дали тем людям, которые, ну вот, как-то не обращают на это внимания? То есть, насколько важно вообще, и в том числе в наше время, может быть, в каком-то более зрелом возрасте, следить за артериальным давлением? То есть, почему это нужно делать? За артериальным давлением необходимо следить. Встал, сейчас. Да ничего страшного. Скажи.
сказать? Ой, это прям вопрос у меня на ТВЦ был. Я как сейчас помню. А, гипертоническая болезнь крайне коварна. Человек ее может не чувствовать, но при этом она может быть. И обратиться только тогда, когда уже есть необратимые последствия, такие как изменения в глазном дне. Ремоделирование сердца. Классная фраза, обожаю ее. Ремоделирование сердца. Прекрасно. И зачастую... Ехали. Давай, мальчик, рубеться. Итак, вот гипертония. Насколько же это все-таки опасно и насколько важно следить за давлением? За давлением следить действительно очень важно. Артериальная гипертензия – это очень коварное заболевание, характеризующееся зачастую бессимптомными признаками. Такого не бывает. Характеризующееся бессимптомным течением. В связи с чем многие пациенты не обращают внимания, не замечают или просто не видят последствий, осложнений и, в принципе, течения, клинического течения артериальной гипертензии. И обращаются к нам? И обращаются к нам уже на стадии осложнений, когда идут клинические проявления тяжелых осложнений, таких как ремоделирование сердца, таких как хроническая ишемия головного мозга, которая может привести к инсультам ишемического типа, в том числе к, как там еще раз? Ретинопатия. Ретинопатия? Ангиопатия, ну то есть когда уже идет расширение вен сетчатки глаза, и это может привести к изменению зрения. Ангиоретинопатия, может, их же можно так объединять? Да, можно, конечно. Ангиоретинопатия, что еще у нас там есть? В основном так, стеноз. Ты сказал, да. Ну, основное повреждение – это все-таки сосуды, которые приводят, как я уже сказала, к инсульту, инфаркту. Угу. Стеноз. Основные повреждения все-таки приходятся на сосуды. Как я уже сказал, может приводить к инсультам, хронической ишемии головного мозга, в том числе и к инфаркту миокарда в связи с стенозом коронарных артерий. Ну все. Да, как-то я что-то все сбился. Да, хорошо. Так вот, как я понимаю, что люди приходят к терапевту, и правильно я понимаю, что вот как раз терапевт и находится, скажем так, на переднем краю борьбы с этой коварной болезнью? Да, действительно, мы находимся, так сказать, на передовой. Нормально, чего, на передовой, все правильно. Да, действительно, можно сказать о том, что терапевт участковый находится на передовой, да, на передовой данной битвы. Пациенты приходят для начала к нам, мы на приеме первично выявляем повышение артериального давления, затем даем рекомендацию пациенту завести дневник артериального давления, то есть что это, он дома записывает 3 раза в день, он дома замеряет и записывает значение астонометра 3 раза в день. Ну и по этим результатам? По данным результатам, когда они приходят к нам, мы уже смотрим в дневник, можем интерпретировать данные результаты вместе с пациентом и назначить, скорректировать лечение. Угу. Назначить первичное лечение, возможно, какие-то обследования и дальнейшую коррекцию. С дальнейшей корректировкой. Да. И назначить первичное лечение артериальной гипертензии с дальнейшей корректировкой. Супер. Между. Ты говоришь, а там кусочек, тут кусочек. А, я понял. Да. Микрофончик, часики там. В целом ничего, да? Ну я тут на подхвате. Бывало хуже. Я с вами. Да. Здесь все вообще прекрасно и великолепно. Мы стараемся. Сегодня в 19:30 на Видный ТВ. Можно? Конечно. Вам нужно будет завтра во второй половине дня набрать на Ютубе «Видное-ТВ». Mm-hmm. Нажать Enter, и у вас как раз появится наш канал. Нажимаете «Видео», и где-то в последних видео... Не знаю, кто. Ну все. Не, у меня вообще... Нет, еще не все. Ну, чтобы его штанов не было видно. Документы вот хочу передать. Давайте, идите. Там необходимо узнать фамилию. Да, я не знаю. Слушайте, а вы мне карту должны быть небольшой? Все возможности. Хорошо. Так, все, снимаю.
там получается, что это самое? Стану, я не в кадре? Нет, не в кадре. Вот. Так а получается, как по участковой, как вот это, он же ездит по вызовам или нет? Нет, здесь вот как раз в этом и плюс-то сделали, в отличие от тех же Люберец. Здесь основали отделение, ну как создали, скажем так, и здесь на базе в РКБ, отделение неотложной помощи, которое самостоятельно по вызовам надо мне. Отделение неотложной помощи ездит по домам. Угу. То есть там не только фельдшера, а еще и терапевты. Угу. Сегодня мы выходим. Ну ладно, посмотрим дальше, сколько было вчера. Кого? Вчера. Это радует. В принципе, может быть, и мне что-то взять просто и пойти, допустим, как в церковь. Церковь, 25 человек. Угу, спасибо большое. Давай. Спасибо. На монитор смотрите. На монитор. Я еще работал там в одной отдаленной вазотамиле на поликлинике. На поселке Вугив. Здание готов 50-х. Медицина, наверное. Вроде Люберцы тоже там, извините, не то самое, не Кашира там где-то. Тоже вроде в этом. Центральная поликлиника, она у них считается, она нормальная, ну, грубо говоря, примерно как здесь, отремонтированная, там, с оборудованием, со всем, то, что подать. У нас где там, или что в этом, в Бутово, что здесь, где-то у нас еще что есть. Они совсем недавно, сколько полгода назад ремонт сделали, тоже так, поприличнее. А там здание в очереди на ремонт стоит уже лет 10. Ну, если что, идите. Ну, а мне это очень быстро. А вот, а вызовов много вообще бывает людей? Ну, да, на самом деле, по-разному всегда. Когда 30, как бы у нас есть максимал, когда, понятное дело, условная норма такая в день. Больше просто физически уже довольно тяжело сделать. А на вызов в среднем сколько вот уходит времени? Ну, здесь там плюс-минус, понятно. Ну, я думаю, минут 15-20 врачебные, ну и здесь еще индивидуально. Я все-таки стараюсь выслушать максимально пациенту, да, и помочь им решить их проблему. Вот. Стоп, Саша, в Твиттере подписано на моих людей, там рассказывают ужасы такие, например, страшные какие-то случались. Прям страшно, ну, смотря что подразумевать под ужасами, именно сами ситуации. Здесь и население помоложе, нет таких болячек. И там, это же Люберцы, там чуть больше такого, условно, да, социального населения. И ко мне он тут не ходил. И ко мне пьяные заваливали больше, тем больнее, ну, хуже, чем сейчас, например, по Дрепославлю. Там разные ситуации бывали. Все, Саша, есть? Это Минздрав что-то будет, я они не знаю. Они там вообще на приколе. Да, ТМК не оплачивается же. Я говорю, ТСУ спрашивал, ТМК не оплачивается? Ноль. А вот Елена Александровна говорит, что типа, даже если он пришел, если он пришел, то ты им доходил, то я просто, что за что? Она говорит, что ничего. Нет, что-то лучше, что-то жить. Здравствуйте. Кабинет. Вот тут сидит богиня диспансеризации. Откроешь, она всегда здесь. Машенька ее зовут. Она вас запишет везде, где нужно. Приходите с супругой. Супругу вводим с 8 до 3. Ну, лучше, конечно, приезжать с утра. На голодный желудок кровушку же надо сдавать. Приезжайте, раз вы до сюда иду. Рядышком совсем. Ну, у нас же хорошее отделение. Красиво. Они говорят, здесь что, лучше. Нет, здесь просто на самом деле такси 200 рублей. А мы пришли на своей машине. У нас сейчас еще откроется филиал в Боброво.
И еще меньше населения. Все всегда по записи, что у нас не бывает очередей. В каком-то из домов Крика на первом этаже. Я правильно знаю, что даже один не знаю, что стоит. Это не было. Но Путин не пролегает через Поплова никогда. Открываться сейчас они, я так поняла, получают сертификацию, вот это все, и уже потом анонс вышел. Но пока что не все, но ничего не открывается. Там же вот на стадии. То есть не надо в очереди отстоять, ждать, ругаться. У нас все так, у нас здесь очень охлажно. 3 часа, ну плюс-минус 10 минут, у нас максимум 2-3 человека вот так вот сидит здесь. Сейчас везде стало как-то получше. Формат поликлиники по мнению Минздрава, где все идеально, как по их мнению, как в Москве. Хотя, не знаю, в Москве не так уж и идеально, учитывая, что я там работала в очереди. Ну, в общем, мы стремимся к этому формату, поэтому как бы... У нас все вот так вот. У нас здесь все. Но я ее открывал. Хорошо. А, вы открывали? Я не помню. Я снимал сюжет. Открытие. Я просто не помню, кто снимал. Да, там фото.